Здравствуйте, Арсений Селезнев Зеробой. Белого петушка из 4-го выводка «Чуждые» я переселил в клетку. Повредил лапку вот этой вот прибацанной курочки. Оба белые, пушистые. В общем, сплошные неприятности. Тут еще будет тоже неприятность. Утром захожу, а цыпленок уже мертвый. Ну, я так делаю, беглый осмотр. Смотрю на всех где-то, как ходят, как ведут себя. Ну, в общем, уже мертвый. Что произошло, непонятно. И мне плохо тоже было, так что ничего не могу делать. Будет лежать какое-то время там. Арсений Селезнев, Зеробой. Такие вот дела.